Кстати, масленица – один из любимых праздников ярославцев. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного городским институтом развития стратегических инициатив. Наиболее любимыми городскими праздниками респонденты назвали Новый год, Масленицу, День Победы и День города. О необходимости проведения городской масленицы заявили 84% опрошенных. Праздничные акции планируют посетить более 40% горожан.